Добрый день всем. Я сейчас забралась на крышу своего дома. И вот снимаю все, что окружает меня здесь. Видите, это ближайшие дома. Вдалеке там такие вот у нас горные вершинки. Вы не думаете, это отсюда не такие кажутся маленькие. А когда туда начнешь подниматься, скажешь, ох, когда же кончатся эти дороги. И когда же туда приедешь наверх. Там зимой лыжные курорты. Там зимой катаются на лыжах, выпадает снег. Почти 2-3 метра. Есть красивые, обалденные гостиницы для туристов. Я не знаю, там видите или нет, но там даже по дороге едет машина, даже ее отсюда с нашего дома видно. Такая большая, там поднимается вот так вот. Вот тут строится дом новый на центральной дороге, вот такой большой. Деревья. И вот здесь тоже справа у нас маленькая горочка. На этой горе находится церковь. Как-нибудь я поднимусь туда и сниму вам сверху. Вот. Вот так. Это вот я, нагревается вода от солнца и поступает в дом, чтобы была теплая вода. Когда есть солнце, вода там согревается. И все это поступает, и у нас есть горячая вода в доме. А когда нет солнца, конечно же, у нас отопление там вот дальше. Опять же, это же с другой стороны. Там тоже все горные такие вершины красивенькие. Вот дом большой построенный. Закрывает нам всю картину. Ну ничего. Вот так мы его сделаем. Вот. Сегодня вторник, 9 число, 9 октября. Меня зовут Людмила. Я только-только начала снимать видео о Греции. Сегодня у нас чуть-чуть похолодало, облака на небе. Я стою на крыше своего дома. Он у нас трехэтажный. Так. На другой стороне это вот те горы. Там у нас залив, где у нас порт, где у нас набережная. И это на той стороне горы находятся. Но они тоже окружают вокруг. Когда-нибудь мы поедем туда, я вам сниму всю эту прелесть. Когда поднимаешься наверх в горы, там очень красиво. Очень красивая природа. Вот там вот купола церкви. Святой Димитрис, церковь имени Святого Димитриса. Вот здесь у нас улочка, перекресток. Наш дом стоит на перекрестке. В таком. Рядом стоит еще один большой дом. Построили его недавно, год, наверное, 1,5 года назад. Вот здесь вот напротив в балконе есть маленькие канарейки. Они так красиво поют. Когда солнце светит, и они утром поют, заливаются. Я, когда будет солнышко, я вам запишу. Но только они вот отпустили тенды, и не видно их. А когда у них тенд поднятый, и поют канарейки, это так красиво. Вот, вот наша улочка. Здесь вот дома соседние. Вот так вот. Вот до здесь. Я перебываюсь на греческий, потому что я 10 лет, так скажем, уже живу здесь. Я разговариваю один раз в неделю по-русски. И поэтому вы не думаете, что я делаю это нарочно. Нет, я не делаю это нарочно. Я скоро отучусь говорить по-русски. Я только с дочкой говорю по-русски и со своим сыном иногда. Вот видите, опять там же. Вот. Здесь у нас стадион большой. Ветер подул, ветер подул. Ох,
сегодня испортилась погода, нету солнышка. Но должно быть и хорошее видео, потому что когда здесь солнце, не можешь снимать. Здесь очень ярко. У нас здесь есть большой бассейн рядом со стадионом. У нас есть здесь рядом, где вот тут стадион, через три улицы. Здесь у нас есть теннисный корт. Вот там видно на берегу моря большая-большая больница, как у нас госпиталь, насекомию по-гречески. Да, вот тут уже заливчик идет. Вот такие вот у нас прелести здесь. Вот эта вот горочка, на которой церковь у нас красивая. Церковь старинная, старая-старая церковь. Здесь такие дома. Вот. Такой вот этот вот. У нас двор здесь. Вот машина наша стоит. Ворота. Мы выезжаем. И это уже все соседи наши. Ну все. Я вам показала то, что смогла. Всем доброго вечера. Ой, у нас, наверное, пойдет дождь. Погода испортилась. И небо заволокло тучами. А так все остальное все хорошо. Всем счастья, здоровья. Чтобы у всех росли хорошие, крепкие детки. Не болели. Я всем желаю успехов. До свидания.